Они защищали подступы к Москве и Сталинграду, освобождали Польшу и брали Берлин. 18 тысяч человек Оренбургского района участвовали в Великой Отечественной войне. С полей сражения не вернулось около 7 тысяч человек, а сегодня в живых остались единицы. И тем сильнее желание окружать наших победителей заботой и вниманием. Сегодня в Оренбургском районе реализуется ряд социальных программ. В этом году 8 человек уже получили жилье, и 36 ветеранам жилье было отремонтировано. На праздничном концерте всем героям войны были вручены подарки, после чего ветераны отправились в Парк Победы, где возложили цветы возле Вечного огня. Мы их чествуем, говорим спасибо. У нас много социальных программ в районе. Они заслужили достойную жизнь, и наша задача сделать эту достойную жизнь. И самое главное, чтобы у нас оставалась память, эта память переходила из поколения в поколение. И я хочу поздравить всех жителей района, всех жителей Оренбургской области с этим великим-великим праздником и сказать огромное спасибо и низкий поклон нашим дорогим родным ветеранам. И для нашего поколения, ради которого наши ветераны проливали кровь на полях сражения, отрадно слышать их звонкий голос и бодрое настроение героев Великой Отечественной войны. Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны! Желаю здоровья, благополучия и быть всегда бодрым период праздника. Александр Сергеев, Дмитрий Примачек, Никита Плотников. Новости дня.